Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Логинов, мне 30 лет, я из города Красноярска, живу тоже в нем, это Россия, Сибирь. 5 лет занимаюсь спортом, активно, бодибилдингом, являюсь победителем кубков, чемпионатов по этому спорту и профессионально занимаюсь интернет-бизнесом уже с 2004 года, то есть уже 13 лет. И я хочу прямо сейчас поговорить вот с вами на тему инвестиционного бизнеса, который, наверное, стал трендом всего интернет-бизнеса с 2012 года, друзья. Вот да, примерно тогда, в том году, уже вымерла шумиха по MLM-проектам, матричным, бинарным, вообще любым MLM-проектам, и сегодня людей интересует в основном только пассивный доход. Скажите, пожалуйста, насколько вам сегодня интересна тема инвестиций? Вот насколько вам интересен сегодня пассивный доход? Вы знаете, вот я почему-то не сомневаюсь вообще, что 90% людей как минимум про себя скажут, что да, это реально интересно, это тренд, и это тренд на слуху. Но, ребят, я вам скажу даже больше. На рынке интернета сегодня есть всего лишь два типа инвестиционных проектов. Ну, если вы еще не знали, да? Вот смотрите, первый тип – это все известные всемогущие хайпы. Сюда можно отнести там фасты, среднепроцентники. Но они живут не дольше 9 месяцев. То есть смысла нет на них обращать внимание. Но второй тип – это реальные инвест-компании, то есть долгосрочные инвестиционные проекты. И, ну честно, о хайпах я вообще сейчас не вижу смысла говорить, и вам тоже не советую играть в эту игру, да, под названием «Русская рулетка». А вот долгосрочных инвест-проектов на рынок выходит, к сожалению, единицы. Единицы тех компаний, в которые реально можно вкладывать большие деньги и реально можно вести за собой людей, не боясь потерять там ни деньги, не боясь подвести людей. Друзья, сейчас я хочу показать вам относительно новую компанию, которая начала развиваться в интернете только с 29 января 2017 года. Это компания, которая по всем показателям вышла на рынок с такой твердой заявкой на долгосрочный инвест-проект. Смотрите, компания называется Resonance Capital Group LP. Это латвийско-американская компания. Она зарегистрирована в Европе, в Шотландии, по одной простой причине. Минимальное налогообложение, да, в отличие от той же Америки, где налог на бизнес составляет чудовищные 45%. Друзья, смотрите, вы сейчас видите слайд, и на этом слайде говорится о подарке. Подарок $5 после регистрации в компании. Так вот, прямо сейчас, пожалуйста, отвлекитесь, возьмите, ну просто возьмите ссылку на сайт у того человека, который дал вам это видео, сделайте бесплатную регу в компании Resonance Capital и получите в подарок $5. Ну, тоже неплохо, да? Бесплатная рега плюс еще $5 в подарок. А давайте немного расскажу о компании вкратце. Значит, до того, как компания появилась в интернете, она была проб-трейдинговой, есть такое слово, то есть торговала только на свой капитал. А потом, в начале июня 2016 года, да, компания вышла в интернет с таким, знаете, простеньким сайтом, но таким мощным сразу предложением для инвесторов. И совсем-совсем недавно компания сделала упор на бонусную программу, улучшила маркетинг, и вот уже после этого о компании начали узнавать люди из MLM-индустрии. Да, друзья, как вы думаете, какие три важнейших фактора есть у компании Resonance Capital, которые выгодно отличают эту компанию от всего-всего остального, что вам каждый день, наверное, предлагается, да, вот на рынке инвестиций, в скайпах, ВКонтакте и так далее. Смотрите, первый фактор – это надежность компании. Надежность за счет правильного баланса вот этих процентов, которые компания выплачивает от инвестиций, да, и на другой чаше весов маркетинг-план. То есть есть этот баланс. По инвестициям мы имеем здесь годовой процент всего лишь от 44 до 92% в год. И, как вы понимаете, там хайпами, фастами, среднепроцентниками здесь не пахнет вообще. Здесь мы видим надежный, спокойный, здоровый, не экстремальный процент прибыли. Да. Второй фактор – это инфраструктура компании. То есть это дорогой роскошный сайт, роскошный личный кабинет, безупречная техчасть. То есть, знаете, я бы здесь особенно отметил то, что система сделана на базе движка Angular.
И вот на моей памяти на таком технологичном движке не было сделано вообще ни одного проекта. Ни одного инвест-проекта. И да, друзья, сделать такую систему на базе движка Angular, это не только очень дорого, но еще и долго, и даже невозможно практически. Поэтому, наверное, не было ни одного инвест-проекта за всю историю, который бы работал на движке Angular. Покопайтесь в интернете, интересно. И третий фактор – это новизна. Новизна проекта, то есть долгосрок. Качественный, новый и прибыль еще настолько умеренная, что ну, вы сами, наверное, видите, насколько компания обезопасила нас от больших с вами рисков. Если говорить о мне, то я сам в компании Resonance Capital с июля 2016 года работаю вместе с 4 людьми в команде, и у нас 5 аккаунтов, то есть один общий и 4 личных. И наш общий вклад, обратите внимание, $110 000. Да. Вы сейчас видите слайды, скрины с нашего общего аккаунта, на нем у нас самый маленький вклад, и вот под этот аккаунт мы поставили наши личные аккаунты и таким образом сделали так, чтобы по маркетинг-плану сразу вернуть себе 15% от вложенных денег. На сегодня, на февраль 2017 года заработано $330 000 с 5 аккаунтов. 167 пассив, 163 по маркетинг-плану. Неплохо, да? Но есть куда стремиться. Цель – $1 000 000. Итак, друзья, какие вообще предложения есть для инвесторов у компании Resonance Capital? Давайте посмотрим. Значит, есть портфель старт, его стоимость от 50 до $100 000 с процентом прибыли 44 за полгода. Есть портфель бронза от 150 до $700 000 48,8% за полгода. Есть портфель серебро-сильвер от 800 до $2000 000 58,4% за год. Процентов. Есть портфель Gold золотой от 2,5 до $5500 000 68% за год. Есть портфель Platinum от 6 до $9000 80% за год. И есть портфель VIP, самый большой портфель, от 10 до $16 000 92% за год. Вот такие условия есть у компании Resonance Capital для инвесторов. Да, я, конечно, тоже понимаю, да, что кто-то может сказать мало, кто-то может сказать нормально, в принципе. Но я вам скажу по-другому. Вы знаете, с таким умеренным процентом можно смело вкладывать вообще любую свободную сумму денег в эту компанию и зарабатывать на пассиве несколько лет подряд. Вообще без приглашений, вообще без знаний, навыков и опыта в интернет-бизнесе. Да, это очень хорошо. Тем, кстати, и привлекателен этот тренд, инвестиционный тренд. Что я рекомендую делать вообще в самом начале новичкам. Это важно. Посмотрите, вот я искренне рекомендую новичкам заходить как минимум на портфель бронза за $500. Потому что, посмотрите, вот бронзовый портфель дает 48,8% за полгода. Но кого-то может не устраивать такой процент. Ну согласитесь, наверное, да. Так вот, у меня есть одна стратегия, по которой нам в бронзовом портфеле можно за 10 месяцев, всего лишь купив один раз этот портфель, можно сделать прибыль в 100% за 10 месяцев. Я, конечно, поделюсь с вами этой стратегией, 100% за 10 месяцев, но для начала напишите лично мне или вообще напишите любому человеку, кто показал вам это видео. Мы все обладаем информацией этой, как абсолютно без рисков, вообще ничего не делая, можно за 10 месяцев гарантированно заработать 100% чистой прибыли, да. Пассивный доход, это очень интересно, да, это реально тренд, друзья, но кроме пассивного дохода здесь есть еще и очень достойная бонусная программа. Вот посмотрите, здесь есть классический бонус, да, вы получаете деньги с каждой инвестиции в вашей структуре до бесконечного уровня в глубину. Здесь есть структурный бонус, вы будете получать прибыль от доходов ваших партнеров до третьего уровня в глубину. И здесь есть еще и премиальный бонус, это 12 премиальных выплат от $1000 до $30 000 на каждом этом ранге. Классно, да. Теперь у меня очень важная информация, очень важная просьба к вам, друзья. Прямо сейчас
пожалуйста, обратитесь к тому человеку, кто показал вам это видео, попросите у него ссылку на регистрацию, сделайте в эту регу, получите вы эти $5 в подарок, и они уже начнут работать и через 28 дней принесут вам прибыль в 12%. Да, друзья, если вы хотите получать результат в 2017, 2018, 2019 годах, по факту результат, то есть деньги в кошельке, прямо сейчас регайтесь в компании Resonance Capital, покупайте любой портфель по вашему желанию и начинайте получать прибыль каждую неделю на полном автопилоте. Ну что ж, с вами был Дмитрий Логинов. Действуйте прямо сейчас. Пока-пока. Фух, на одном дыхании. Круто. Света, ты камеру выключила уже? Нет. А что? Нет. Да я документы не показал. Забыл. По тексту думал, покажу, но темп был такой высокий. В общем, каждый партнер, каждый инвестор компании от $500, кто покупает портфель «Бронза», получает на свой почтовый адрес пакет документов от компании и еще и сувенирную продукцию в придачу. То есть вот мне пришла такая вот брендированная папочка, в которой находятся два договора. Один из них клиентский, другой из них агентский. Я вот рассмотрю сейчас клиентский договор. Он пришел мне в двух экземплярах. Вот здесь несколько страниц. Один из экземпляров я подписал и отправил обратно на почтовый адрес компании. То есть вот официально можно стать инвестором от $500. Также в посылке от компании был сертификат инвестора именной. Здесь вот видно имя и фамилия Дмитрий Логинов, мои данные, мой купленный портфель, мой логин и некий такой текст, который отражает мое владение в этой компании, что я владею портфелем VIP. У меня VIP, да, и вот как раз таки в комплекте также были две карточки, обозначающие портфели VIP, которые я купил, и тестовый портфель, который идет бесплатно после регистрации каждого клиента. В качестве приятного сувенира в комплекте шел блокнот А5. Просто для того, тоже брендированный блокнот, просто для того, чтобы записывать туда какие-то важные конспекты. Ручка брендированная с логотипом и названием компании Resonance Capital. Пакетик для переноса всего этого, для работы офлайн, а я именно офлайн больше работаю, чем в интернет. Эти инструменты, ох, как пригождаются. И вот еще хотел показать, что у меня книга недавно вышла. Печатный вариант с издательством красноярским выпустили. Классная книга, на каждой странице практически есть иллюстрация. И здесь я описываю, книга называется «Сколько стоит ваш миллион?». Здесь я описываю свой такой нестандартный путь к первому миллиону долларов. Тоже обязательно всем советую скачать в интернете, тем более пока что еще сейчас это можно сделать бесплатно. Вот. Собственно, это все. Теперь бэкстейдж заканчивается. Я прощаюсь с вами. Обязательно регайтесь в компании Resonance Capital Group LP. Пока-пока!